Доброго вечора, шановні глядачі. Це «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. В суботу, 8 грудня, вперше в Миколаєві мали відбутися громадські слухання з питань прозорості та ефективності бюджетного процесу в місті. Але через відсутність проєкту самого бюджету міста на 2019 рік слухання були перенесені на 26 січня 2019 року. Тож, які наслідки для Миколаєва матиме відсутність бюджету міста 2019 і як житиме місто в перший квартал наступного року, про це сьогодні поговоримо з нашою гостею Тетяною Золотухіною, фінансовою експерткою громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Вітаю вас у нашій студії. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете зателефонувати і поставити свої запитання нашій гості за номером телефону 76 92 33. Отже, пані Тетяно, таке запитання. Взагалі, що таке громадські слухання і навіщо вони взагалі необхідні? Знаєте, є така теорія эффективного бюджета. Если бюджет не прозрачен и недоступен для налогоплательщика, он не может быть эффективным, как бы это сейчас странно ни звучало. То есть, что такое бюджет? Это наши налоги. Насколько эффективно наши налоги будут распределяться, планируется распределение в следующем или в 2 года вперед, в прогнозном периоде, нужно доносить до граждан. Граждане далеко не все могут читать бюджетные документы. Что такое бюджетный документ? Таблички, таблички, цифры, цифры, цифры. И вот донести до граждан бюджет, как говорится, человеческим языком, и должны были эти бюджетные слушания. Я зрозуміла. Це взагалі європейський досвід, чи це український, скажімо так, ноу-хау? Здесь украинским ноу-хау нет, хотя для Украины это именно и будет такого нововведения, но это и европейский досвид, и европейский стандарт бюджетного процесса, это публичность бюджетного процесса, открытость и, ну, конечно же, следом за ним идет эффективность бюджетного процесса. То есть это один из европейских стандартов. Коли взагалі започаткували цю тенденцію в Україні і які міста були першими, хто все ж таки зробив такі громадські слухання бюджету? Ви знаєте, дуже багато, ну, є така небольшая, ну, я не хочу сказати подміна поняття. У нас йде бюджетний процес відкритий. Бюджетним кодексом унормирован такий процес, як публічний отчет о виконанні бюджету. Такие отчеты у нас проходят практически во всех местных самоуправлениях и на уровне госбюджета. Но что значит отчет? Вот я как обыватель говорю, что толку говорить о бюджете, когда все уже съедено до нас? То есть что толку говорить о эффективности бюджета, который уже реализован, выполнен? Смысла в этом, по большому счету, для того, чтобы повысить на каких-то этапах, возможно, есть какие-то нюансы, и нужно их исправить, можно только на стадии планирования и принятия бюджета. Поэтому слушаний, бюджетных слушаний по поводу проектов бюджета, их не так много. Мне известен вот очень свежий опыт, это опыт города Днепра, который в конце ноября нынешнего года уже провели бюджетное слушание по проекту бюджета 2019 года. То есть в городе Днепре проект бюджета уже был сверстан в конце ноября этого года. У нас этого проекта нет. Во всяком случае, в публичном доступе его я не обнаружила. Я зрозуміла. Цього року все ж таки намагалися провести такі громадські слухання. Чому в минулі роки не робили? Що завадило, можливо? Ой, хороший, конечно, вопрос. Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, что общественность еще не настолько была компетентна, чтобы провести, чтобы понять, что такое бюджетный процесс, чтобы разобраться во всех перипетиях бюджетных отношений. И возможно, что общественный сектор просто за год вырос до того, чтобы провести бюджетное слушание. Потому что бюджетное слушание, именно вот эти, которые перенесены сейчас на 26-е
января следующего года, они ведь очень интересно были, как говорится, инициированы. Это было на базе экспертного общественного совета Николаевского, при Николаевском горосполкоме, образовалась экспертная группа, оргкомитет по проведению бюджетных слушаний и по положению нашему городскому проведению слушаний. 12 общественных организаций инициировали проведение бюджетных слушаний, а именно один из аспектов, это был проект бюджета 2019 года. Было составлено соответствующее письмо, 12 организаций, 12 печатей, направлено соответствующий законом способ через канцелярию городского совета, и городской совет в течение двух недель должен был дать ответ. Время тобто буде, проведения, чи не буде. Буде, чи не буде, и так далее, или мотивированный отказ, или еще что-нибудь. Он должен был дать ответ по этому положению. Но две недели исполком молчал. В положении об проведении общественных слушаний есть заложен принцип молчаливого согласия. Поэтому эти бюджетные слушания должны были проводиться 8 декабря и будут проведены, я надеюсь, 26 января следующего года за принципов молчазной сгоды. Молчазная сгода дает нам право, но право – это все очень хорошо. Для того, чтобы провести слушание 8 декабря, у нас должен был быть заранее проект бюджета. Бюджетный кодекс четко регламентирует принятие бюджета на следующий год до 25 декабря. Закон про доступ обязывает проект решения сессии городского совета, проект нормативно-правового акта, размещать на соответствующем сайте органа местного самоуправления минимум за 20 дней. 25 минус 20, получается 5 декабря, ближайшая суббота, это было 8 декабря. То есть до 8 декабря у нас, если бы все было шло по регламенту, по всем правилам, по всем положениям, нормам, у нас должна была быть информация о основных показателях бюджета города Николаева на 2019 год. У нас этой информации нет, и нет ее до сих пор. Поэтому сейчас в городе стоит очень большой вызов, очень большой риск, что город войдет в следующий год, 19-й, без бюджета. А если он и будет принят в этом году, он уже будет принят с нарушениями бюджетного законодательства и законодательства про доступ до публичной информации. Я зрозуміла. В нас, до речі, є з цього приводу, взагалі з цієї ситуації, ми зателефонували Антоніні Галкіній, вона якраз є заступником голови експертно-громадської ради, виконавчого комітету Миколаївської міської ради, і попросили її прокоментувати її думка щодо того, що відбувається зараз з бюджетом і з слуханнями відповідно. Прошу. Главная проблема города Николаева – это невыполнение законодательства. Головна проблема міста Миколаєва – це невиконання законодавства в сенсі ознайомлення містян та участі містян у прийнятті управлінських рішень. І, зокрема, бюджету. Законодавством передбачено проведення громадських слухань проекту бюджету на наступний рік. Це те, що у нас не робиться в місті принципово. І моя особиста думка – це абсолютно неправильно, тому що відбуваються бюджетні витрати. Незрозуміло, які пріоритети, незрозуміло, що і для чого фінансується. Ваша думка щодо цього? Не зовсім правильно. Обов'язковість громадських слухань в бюджетному кодексі, в бюджетному законодавстві предусмотрена тільки для госбюджету. А то, что происходит на местах, это, собственно, инициатива только органа местного самоуправления и громады, то есть на рассуд громады. Если громада решает провести бюджетное слушание, согласно закону о местном самоуправлении в рамках Конституции и других нормативно-правовых актов, у членов громады действительно есть такое право, они проводят его, но обязательной нормы в законе нет. И поэтому здесь вот действительно проведение бюджетных слушаний для Николаева – это, в общем-то, ноу-хау. Впервые инициировали провести слушание именно проекта бюджета. Но, увы, первый блин комом, пока что нам это не удалось. Поэтому на 26-е переносится и изменяется, автоматически изменяется, конечно, формат проведения слушаний. Как они задумывались? Перевести, я уже говорила, перевести бюджетную информацию, во-первых, на человеческий язык,
всю бюджетную информацию. Понятный для обывателя, для, ну, в общем, всего, для любого слоя населения. Бюджет, в общем-то, поверьте, там нет ничего сложного, абсолютно. Потому что принцип формирования бюджета местного самоуправления абсолютно такой же, как и принцип формирования бюджета домашнего хозяйства. Есть источники доходов, есть источники расходов, статьи расходов, есть дополнительные джерела в виде субвенций, базовой дотации и так далее и тому подобное. И есть определенные нормы, определенные условия, чтобы их потратить. Вот и все. Но перевести это должны были помочь именно вот такой механизм бюджетных слушаний. И еще одна фишка, которая была заложена в, ну, как говорится, в лейтмотив этих слушаний, это показать громаде, во-первых, откуда берутся доходы, что бюджет – это не мана небесная, не упала у нас неизвестно там с какой луны, это наши налоги, это ваши налоги, вы налогоплательщик, я налогоплательщик. Из этих налогов формируется бюджет не только города Николаева, бюджет страны весь. А следующее – показать, в общем, информацию, та, что интересна, в общем-то, нам как, ну, скажем там, хозяйкам, информацию о цене товаров, работ и услуг, которые будут закупаться за бюджетные средства в 2019 году, показать эту цену, сравнить эту цену с аналогичными ценами на товары, работы и услуги местного самоуправления, которые закупаются в других регионах, и если эта услуга еще и закупается на уровне домашнего хозяйства с экономически обоснованной ценой. Ну, допустим, закупка песка. Мы в домашних хозяйствах тоже закупаем песок, когда собираемся что-то строить. Или, допустим, закупка каких-то услуг по ремонту, ну, укладка тротуарной плитки, либо ремонт асфальта. Все это, вся эта информация на стадии планирования бюджета заключена в таком документе под названием «Бюджетный запад». Методом от обратного мы где-то в начале декабря, даже это было в конце ноября, дали запрос на департамент финансов горосполкома с просьбой прислать нам бюджетные запыты по головным распорядкам бюджетных коштев для того, чтобы именно в этих документах сидит показатель, это называется показатель эффективности. Ну, допустим, содержание одного ребенка в школе. Во сколько налогоплательщику обходится этот ребенок за год. Или содержание одной посадовой особы местного самоуправления по разным распорядителям. Такой аудит мы провели за 2017, вот будем проводить его, громадский аудит. А по данным 2018 года, когда он закончится, эти данные появятся. Чтобы, как я уже говорила, сравнить, что почем не только в Николаеве, но и в аналогичных городах, ну, допустим, рядом с нами, Херсон и Одесса. Так. И там местное самоуправление, тут местное самоуправление. Тарифная сетка для Херсона и Николаева одинаковая. Допустим, города 500 000 до 1 000 000, есть такая специальная постанова, которая регламентирует тарифный оклад. Так вот, города до 1 000 000, тарифный оклад одинаковый. И хотели показать эту цену 2017 год, 2018 год плановый, пока что нет факта, и 2019 год, то есть в развитии. Тобто, наскільки змінилася, да, наскільки змінилась сума на ту чи іншу, скажімо так, послугу? Да, на сумму ту чи іншу послугу. То есть, благодаря внедрению с 2017 года есть такой метод бюджетирования, программно-целевой метод. Появился такой документ под названием «Паспорт бюджетной программы». Так вот, в этом паспорте все остальное, если честно, меня мало интересует. Меня интересует одна табличка, пакет результативных показателей. Цена одного квадратного метра капитального ремонта крыши, цена содержания одного ребенка в садике, вытраты на утримание одной посадовой особы местного самоуправления, ну, допустим, нагрузка на одного лікаря первинной медичной допомоги, чи багатопрофильной, кількість лікарських відвідувань, все это планируется в бюджетном запите, потом перекочевывает в паспорт бюджетной программы. И дальше по итогам года эта информация по фактически сделанным услугам или предоставленным услугам появляется в звитах при оканании паспортов бюджетных программ. И вот эту динамику мы хотели, пусть не на всех, на некоторых примерах, особо таких
яскравих. Да, яскравих. Это у нас освіта, это у нас охрана здоров'я, это у нас ЖКХ. Никуда же не деться от него. Это у нас, естественно, госуправление. Нам всем интересно, почем содержание чиновника. Ну, да. Часть информации у нас есть. Это данные 2017-2018 года. По данным 2019 года нет информации никакой. А после нашего запроса к нам пришел ответ. До речі, я попрошу наших режисерів показати нашим телеглядачам відповідь, яка прийшла з міськвиконкому. Прошу. А нам прийшов ответ, що бюджетних запитів немає. Тут уже, как говорится, скоро гарячий петух клюнет принятие бюджета. И до сих пор головні розпорядники бюджетних коштів, управління, адміністрації, департаменти не, как говорится, извините, не сложили себе цену. Не дали окончательную цифру, сколько и почем они будут выполнять услуг в следующем году и какой вообще объем финансирования им нужен. Угу. А бюджетный процесс очень регламентирован, там есть очень жесткие дедлайны, потому что дальше информация идет через органы казначейской службы, потом идет Министерство финансов, то есть это система бюджетная. И вот в Николаеве в этой системе сбой, причем сбой очень серьезный. А то, что нам ответили, что до сих пор станом на 4 декабря нету контрольных цифр бюджета на 2019 год, меня, если честно, ну, скажем так, удивил этот ответ Департамента финансов, потому что, промониторив сайты других местных самоуправлений, ну, допустим, вот буквально сегодня, то есть передачи, я зашла на сайт горисполкома города Одессы, Херсона, Вознесенска, Первомайска, Южноукраинска. Проекты бюджетов висят на сайте. То есть граждане. Тобто там вже є. Там вже є. Что происходит с Николаевом, непонятно. То ли не очень корректный ответ со стороны Департамента финансов, то ли действительно есть какая-то нестыковка между облгосадминистрацией и Николаевским горосполкомом в плане согласования контрольных цифр бюджета. То есть доходная часть бюджета не сформирована, поэтому не сформирована и расходная часть бюджета. Угу. Он всегда состоит из двух половинок. Доход, расход. Ну, доход так называется не пляшет, расход не пляшет, бюджета нет. До 25 декабря бюджет не принимается. В кодексе есть такая норма в случае несвоевременного принятия бюджета на следующий год, скажем так, не очень хорошо будут себя чувствовать именно бюджетные установки. Потому что до принятия бюджета у нас идет квартальные, ну, вообще бюджетные периоды. То есть первый квартал – это однозначно. Бюджетные установки будут жить по 1/12 бюджетных призначений прошлого года, то есть 2018 года. А мы не забываем, что у нас растет что? Минимальная зарплата. Так. То есть выплатить ее будет уже проблематично. Никаких капитальных выдатков произведено быть не может, потому что это запрещено. Только защищенные статьи. То есть 3 месяца будет город фактически в замороженном состоянии. 3 месяца или больше, я не знаю. Потому что, если честно, я не уверена, что нам удастся привести бюджетное слушание уже бюджета. Примут ли его до 26 декабря, января, извините. Я тоже не уверена. То есть еще досі немає впевненості, что его примут? Нет. Потому что проект бюджета проходит через депутатские комиссии, проходит согласование по всем депутатским комиссиям, по всем распорядителям. Готовят проект бюджета выконком, профильное подразделение, а принимают законодательную власть у нас именно депутатский корпус. Угу. То есть ответственность лежит, в общем-то, на нем. И, естественно, депутаты... Тобто на міській раді, Миколаївська міська рада. Да. Депутатов у нас 56 человек, они должны ознакомиться с проектом бюджета. Это не так-то просто. Согласовать цифры. У депутатов, естественно, появляется вопрос, а почему это много или мало? Почему именно эти выдатки? Почему, если это капитальный ремонт и какие-то капитальные вложения, почему именно эти адреса? Это их право. Будет ли оно реализовано? Времени осталось очень мало. Mm-hmm. Да. И, кстати, это не первый раз. В 2015 году у нас действительно был такой случай. Город жил без бюджета первый квартал 2015 года. Але ж тоді були вибори. Ну и что?
Через це, можливо, сталося так? А вибори у нас були в кінці, наскільки я пам'ятаю, 2014 року. Так. А вибори виборами. Исполком обязан был приготовить проект решения. Никто не отменял бюджетный кодекс, несмотря на выборы. И, кстати, выборы... Я помню эту ситуацию. Это был второй тур выборов. Так, так, так. А я отслеживала эту ситуацию. Это был 2014 год, декабрь, насколько я помню. Второй тур выборов был не только в городе Николаеве, но и в городе Киеве. Помните эту ситуацию? Так. Да. И вот город Киев, проведя второй тур, все-таки успел вовремя принять бюджет. Николаев не успел. Ну, може, можливо, в них більше досвіду, аніж ну, в нашому місті. Ну, що значить більше досвіду? Закон один для всіх, і для Николаєва, і для Вознесенська, Баштанки, там, Львова, Луцька і Києва. Бюджетний кодекс один. І для місцевих бюджетів встановлен один дедлайн – 25 декабря. Все. Почему Вознесенск успевает принимать? У него что, досвіду більше? Они вообще ОТГ, ну не ОТГ, а сейчас к ним присоединили некоторые громады окрестные, в общем, они начинают, как говорится, жить по-новому. Баштанская мисская ОТГ, досвиду больше, да им вообще два годика всего лишь. И то они успевают. Что происходит с Николаевым? Я зрозуміла. Так. До речі, ви згадали про оцей трирічне бюджетне планування. Наскільки мені відомо, в четвер 6 грудня Верховна Рада ухвалила закон номер 8044 про внесення змін до бюджетного кодексу щодо впровадження середньострокового бюджетного планування. Що це таке і чи загрожує оцей законопроект, точніше вже закон, якось Миколаєву? Ну, что угрожает? Конечно, угрожает. Чем самым? Знаете, если мы не в состоянии, вот уже, как говорится, куранты скоро пробьют, принять бюджет вовремя, причем бюджет сегодня на завтра, на следующий бюджетный период, то спланировать бюджет на среднесрочную перспективу, откровенно говоря, я не понимаю, как наши можновладцы на це будут спроможны чини. Потому что изменение в бюджетный кодекс предполагают не формирование бюджета, как говорится, как горячие пирожки, вот быстренько-быстренько под елочку, а начинать планировать бюджетный процесс нужно будет вот буквально, как говорится, со 2 января следующего года. Потому что вводятся такие нормы, как среднесрочное планирование, и вводятся некоторые документы, которых не было раньше, и без принятия которых в течение года невозможно будет принять бюджет на следующий бюджетный период. Вводится норма, называется, во втором чтении это называется местная бюджетная декларация, которая принимается в определенные дедлайны, принимается она осенью. Угу. Осенью. То есть до 1 сентября года, который передує плановому, нужно будет принять бюджетную декларацию и местный финансовый план, ну как-то сейчас по-другому называется, на среднесрочную перспективу, на 3 года вперед. И принять бюджет на следующий год невозможно будет без принятия бюджетной декларации и местного финансового плана. Яку потрібно буде зробити до 1 вересня? Да. Зробити і затвердити на сесії міської ради. Перше, як, ну, ви знаєте, що у нас відбувається июль-август? Це період масових відпусків. Город просто вимирає. От так у нас історично сложилось. В исполкомі нікого не знайдеш. Я розумію, всі ми люди, всі хочемо в августі в відпусці в морі покупатися, як говориться, останнім теплим. Но закон встановлює дуже жорсткий дедлайн – 1 сентября. Далі. 25 декабря принятие бюджета на следующий год никто не отменяет, но привязка будет к бюджетной декларации. И первое. Первое, существует два вызова. Что вовремя эта декларация не будет разработана и вовремя не принята. И второе. Смогут ли по определенным стандартам разработать выконком эту декларацию? Потому что в этой декларации, вместе с декларацией, есть еще такой документ, называется прогноз местного бюджета. А прогноз местного бюджета
И вот здесь очень интересная норма вступает в силу. Прогноз местного бюджета и бюджетная, местная бюджетная декларация базируется на показателях среднестрочного планирования деятельности распорядителей коштів. В первом чтении тобто знову это было... повернулись? Да. Мы, во-первых, вернулись. В первом чтении это были стратегические показатели головных распорядников. А здесь показатели деятельности на среднесрочное планирование, то есть на 3 года вперед. Вопрос. Покажите мне план деятельности любого распорядника с показателями на 3 года вперед. Ни в одного распорядника таких планов нет. Не просто результаты, как у нас пишут, уширить, углубить, улучшить, подвищить обязанность. Нет. Четко вымеряемые цифровые показатели деятельности. У нас нет ни одного такого документа. Их еще до 1 сентября, галопом по Европам, извините, нужно будет разработать, утвердить на сессии Горсовета и только по ним формировать бюджетную декларацию. Это огромный кусок работы. И как будет справляться виконавчий орган местного самоуправления, откровенно говоря, я не знаю. Боюсь предсказывать. Я зрозуміла. Да. Що ж, пані Тетяно, дякую вам, що завітали сьогодні до нас. А я нагадую нашим глядачам, що з нами сьогодні була Тетяна Золотухіна, фінансова експертка громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва». Гарного вечора, на все добре.